ленты. Сегодня канун Рождества. Кто хочет пойти поздороваться с Санта-Клаусом? Мы! А мы что, поедем на Северный полюс? Ну зачем же так далеко, Пеппа? Но ведь Санта-Клаус живет на Северном полюсе. К счастью для нас, он ненадолго остановился на рождественской ярмарке. Пеппа и Джордж отправились на рождественскую ярмарку. Всем здравствуйте! Привет! Все на борт поезда эльфов! Держим путь к домику Санты! Сьюзи, а о чем ты сегодня попросишь Санту? Я пока не знаю. А ты о чем попросишь? Я бы хотела куклу, которая ходит, разговаривает и непременно закрывает глаза, когда спит. И я ее тоже попрошу. Интересно, как Санта запоминает, какую игрушку кому он пообещал? Он составляет список. Его сани должны мчаться изо всех сил, чтобы успеть объехать весь мир за одну ночь. У него супер сани! Санта-Клаус такой старенький. Ему 100 и еще 100 лет. Ух ты, даже старше моего дедушки. Домик Санта-Клауса. Оу-оу-оу! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, добрый Санта-Клаус! Вы хорошо себя ведете? Да! А все ли вы содержите в чистоте свои комнаты? Да! А ты? Хо-хо-хо, конечно! А теперь подойдите и скажите, чего бы вам хотелось на праздник. Можно футбольный мяч, пожалуйста? Ксилофон, домино! Магический шар, пожалуйста! Гоночную машину! Мячик-попрыгун! Бум-бум-бум! А можно поезд? Игрушечный, надеюсь? Какой еще игрушечный? Настоящий! Я буду катать на нем самых настоящих пассажиров! Хо-хо! Посмотрим, смогу ли я! Так, надеюсь, это все? Мы с тобой никогда не встречались? Прости, дорогая, как тебя зовут? Я свинка Пеппа. Мы встречались, точно! Ах, да! Очень рад тебя видеть, Пеппа. Что бы ты хотела получить на Рождество? Я бы хотела куклу, которая умеет ходить, говорить, а еще она сама закрывает глаза, когда спит. Можно? Мне то же самое, пожалуйста. Вот и договорились. Надеюсь, ты знаешь, где я живу, верно? Знаю, знаю. А сколько тебе лет? О, мне 100 и еще 100 лет. Что я говорила? До свидания, Санта-Клаус. Не забудьте оставить мне сладкого пирога и... Сока! Мы и так помним. А еще морковки для оленей. Пеппа и ее семья поехали домой после рождественской ярмарки. Папа, а почему у нас в машине сумки с вещами? Мы будем встречать Рождество у бабушки с дедушкой. О, но Санта не имеет понятия, где они живут. Не волнуйся, Пеппа, Санта-Клаус знает все. Бабушка-свинья, совсем скоро Рождество. Да, и у меня для вас есть очень важное задание. Замешивая тесто для пудинга, полагается загадать желание. Пеппа и Джордж загадывают желание. Гоночную машинку. О, не говори мне, о чем оно. Вот сладкий пирог, а это сок для Санта-Клауса. И сладкая морковка для его оленей. Кто мог прийти к нам в столь поздний час? Мы ничего не покупаем. В окна постучится, радость Рождества. Это ряженые. В этот год свинья. О, счастливого Рождества! Пеппе и Джорджу уже давно пора спать. Когда я была маленькой свинкой, я спала в этой комнате. Скажи, мама, ведь Санта знает, где живут бабушка с дедушкой, верно? О, да! Раньше он много раз уже бывал здесь. Спокойной ночи, Пеппа. Сладких снов, Джордж. Пеппа и Джордж давно уже спят. Но когда они проснутся, наступит красивый зимний праздник. Снег! Сегодня Пеппе и Джорджу не сидится на месте. На улице идет снег. Мама, можно нам поиграть со снегом? Да, но на улице холодно. Одевайтесь теплей. Ура!
Не забудьте надеть шапки, шарфики и варежки. Сегодня очень холодно, и папа с Джорджем надевают шапки, шарфики и варежки. Скорее, Джордж! Папа Джордж оставляет на снегу следы. Папа Джордж любит оставлять следы на снегу. Ай-яй-яй. Это не смешно. Джордж, давай играть в снежки. Пеппа слепила снежок. Пеппа и Джорджу очень весело. Джордж, вернись, поросенок. Ой! Ой-ой-ой, кажется, это было слишком грубо. Прости, Джордж. Джордж, давай лепить снеговика. Пеппа и Джордж лепят снеговика. Сначала они делают туловище. Джордж, это его туловище. Теперь они делают голову. Ему нужны руки, глаза и рот. Джордж принес палочки для рук. Пеппа принесла камушки для глаз и для рта. Вот и лицо. Снеговику нужен нос. Пеппа принесла морковку. Это будет нос снеговика. Похоже, снеговик доволен. Хотя ему, наверное, холодно. Снеговику нужна одежда. Он замерз. Джордж принес одежду, чтобы согреть снеговика. Теперь у снеговика есть шапка и шарф и варежки. Мама, папа, посмотрите! Мама-свинка тоже надела шапку, шарф и варежки. Это самый лучший снеговик в мире. Кажется, папа совсем замерз. Он не надел ни шапку, ни шарф, ни варежки. Папа, почему же ты без шапки, шарфа и варежек? Я не смог их найти. Они куда-то пропали. Кажется, я знаю, где папина шапка, шарф и варежки. Папины шапка, шарф и варежки на снеговике. О! Визит Санты. Сейчас очень раннее рождественское утро. Пеппа и ее семья остались ночевать в доме у дедушки с бабушкой. Джордж, вставай! Санта уже приходил! Мыльные пузырики! Картинки и мандарины! Мама, папа, наступило Рождество! Кто? Еще очень рано, Пеппа. Лучше пойди поздравь с праздником бабушку и дедушку. Бабушка, дедушка! Без паники, лапы на палубу! Сейчас только 3 часа утра. Но Санта уже приходил. А если он все еще здесь, мы его увидим?
Нет, Санты здесь нет. Смотрите, морковка, сок и сладкий пирог исчезли. От пирога только крошки. Да, Санта очень любит сладенькое. А под елкой коробки с подарками. Я попросила Санту принести мне куклу. Может, откроем их прямо сейчас? Большие коробки мы откроем только после праздничного обеда. Ну, ладно. Пеппа и ее семья сели за праздничный стол обедать. Давайте взорвем хлопушки. Там внутри красивые короны. И свистульки для праздника. А еще шутки. Что там дрожит в небесах? Я не знаю. Вертолет из желе. Праздничный пудинг – просто объедение. Пеппа и Джордж помогали мне его печь. Мы его вымешивали. А ты успела загадать желание, Пеппа? Да. Я попросила, чтобы... Не посвящай нас. Давайте откроем подарки. Ух ты! Вот это подарок для Джорджа. Какие прекрасные гоночные машины. По-моему, они тут что-то намудрили. Дайте-ка мне посмотреть. Это сюда, вот это сюда. А вот это, наверное, будет вот здесь. Ну, погоняем. На старт. Внимание, марш! Папе и дедушке очень нравится играть с гоночными машинками. Кажется, это подарили Джорджу. По-моему, Джорджу больше нравится играть с коробкой. А вот это твой подарок, папа Свин. О, носки! А мне подарили носки. Носки! 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 Ну, а последний подарок должен быть для... Меня! Я просила Санту принести мне куклу, которая сама ходит, сама говорит, а еще закрывает глаза. О, корм для птичек? Корм для птичек! Это подарок для попугайчика Полли. Но он же был самым последним. Санта просто забыл обо мне. Слушаю. Можно мне поговорить со свинкой Пеппой? Пеппа, тебе звонит Сьюзи. Здравствуй, Сьюзи. Ты уже получила свою куклу? Нет. А я получила. Она умеет плакать, смеяться, закрывать глаза. В общем, она все умеет. Значит, Санта отдал мой подарок тебе? Нет, на подарке написано «Овечки Сьюзи». Санта просто забыл обо мне. Хоу-хоу-хоу! Санта как раз возвращался домой. Ну, кажется, в этом году я успел разнести все подарки. О, а это что осталось на дне саней? Санта никак не мог забыть о тебе. Я ведь была послушной свинкой, правда? Хоу-хоу-хоу! Санта! А, добрый день. Он спустился по нашей трубе. Он так и сделал, бабушка. Вот твой подарок, Пеппа. Прости, что я немного опоздал. Моя кукла! Спасибо тебе, Санта. Не хотите рождественского пудинга? Джордж и я загадали желание, когда его месили. Прекрасно. И я загадала, чтобы к нам в гости приехал Санта. И ты приехал все-таки. Катание на коньках. Сегодня Пеппа с семьей пошли кататься на коньках. Это весело! Пеппа и Джордж раньше не катались на коньках. Слушай, Джордж, ты плохо катаешься на коньках. Так что делай, как я. Уверен, у всех получится. Да, а у меня лучше всех. Сначала нам нужны коньки. На катке все носят коньки. Привет, мисс Крольчиха. Привет, мама-свинка. Вы не могли бы дать нам на прокат коньки? Вот, берите. Спасибо. Развлекайтесь. А вот и Сьюзи, Ребекка, Дэнни, Зоя, Кэнди, Эмили и даже Педро. Привет. Все друзья Пеппи хорошо катаются. Привет. Пеппе тоже хочется на каток. Ой! Всем привет! Привет, Пеппа! Ты первый раз на коньках? Да. Показать тебе, как кататься? Не нужно.
нужно, Сюзи. Думаю, у меня получится. Ладно, тогда поехали. Это невозможно. Я больше не хочу кататься на коньках. Не бойся, Пеппа. Все падают, когда катаются. Даже я падаю. Смотри. Глупенький. Джордж, пойдем кататься. Нет. Джордж никогда не катался на коньках, он чуточку боится. Я присмотрю за Джорджем, а ты покажи Пеппе, как кататься. Это не трудно, Пеппа. Просто толкаешься и скользишь. Раз, два, скользим. Ну как? Нравится? Раз, два, скользим. Раз, два, скользим. Это просто! Я так сама смогу, мама! Раз, два, скользим. Раз, два, скользим. Молодец, Пеппа. Смотрите, я качусь. У нее здорово получается. Да, я хороший учитель. Тише, Пеппа. Ты можешь врезаться? Не бойся, мама. Я отлично катаюсь. Ой, а где же тормоз? О, я не показала, как остановиться. Оу. Я еду! Берегись! Ой! Мама научила тебя кататься, а я падать. Да, я отлично падаю, папа. Джордж, а ты хочешь покататься? Нет. Пойдем, Джордж. Не бойся, я научу. Сперва ты должен... Джордж, вернись. Я учу тебя кататься. Какой сюрприз. Джордж прекрасно катается. Ого, вы посмотрите. Молодец, Джордж. А теперь поучимся тормозить. Молодец, Джордж. Ты чемпион, Джордж. Да, очень хорошо, Джордж. Для первого раза. Ну что ж, вперед. Да! Пеппе и Джорджу понравилось на катке. Всем нравится на катке. Мама с папой научили меня, а я научила Джорджа. Снежная гора. Чудесный снежный день. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Пеппа! Пеппа и ее друзья приехали в горы кататься на лыжах. Увидимся на вершине! Давай, машина, ты справишься! Машина не может заехать на гору. Снег слишком скользкий. Нужно подняться на подъемнике! Подъемник переносит всех на вершину снежной горы. Это высоковато. Папа Свин не любит высоты. Это очень весело. О, да, очень весело. Я лечу и сижу, и на снег вокруг гляжу. Высоко, далеко, я лечу высоко-высоко. Подъемник прибыл на вершину снежной горы. Папа ходячий, говорящий снеговик. Лыжи, лыжи, берите лыжи. Здравствуйте, мисс Кролик. Лыжи для двух взрослых и двух детей, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Мадам Газель, лыжный инструктор. Мадам Газель,
Мы должны скатиться до самого низа горы. О-хо-хо. Не сегодня, Дэнни. Пока мы с вами останемся на детском склоне. Дети учатся кататься на небольшом склоне. Чтобы поехать, медленно оттолкнитесь палками. Чтобы остановиться, сведите концы лыж. Лыжи – это весело! Давайте поднимемся и съедем еще раз. Подниматься по склону на лыжах нелегко. Чтобы подняться по склону, нужно идти боком, как краб. Все идут боком, как крабы. Мадам Газель, мы можем посмотреть, как вы катаетесь? Я не знаю. Пожалуйста. Хорошо. Опля! Это было поразительно. Да, я была чемпионом мира по лыжам и выиграла этот кубок. А теперь, кто из мам или пап хочет попробовать? Почему бы и нет? Ты уверена, мама-свинка? Ты много лет не каталась. Это как езда на велосипеде, папа-свин. Никогда не забудешь. Детский склон здесь, мама-свинка. Думаю, я слишком взрослая для детского склона. Куда ведет эта лыжня? До самого низа горы! Моя мама едет на лыжах с горы! Где тормоза? Она не может остановиться. Нужно ее догнать! С дороги! Мама-свинка мчится вдоль дороги. Все гонятся за мамой-свинкой на автобусе. Ух ты! Моя мама катается очень быстро! Мама сделала мертвую петлю! Это была фантастика! Мама мчится мимо магазинов. Как мне остановиться? Ходячий, говорящий снеговик. Нет, это моя мама. Я никогда не видела такого поразительного катания. Этот кубок принадлежит вам. Спасибо. Моя мама лучше всех катается с горы. Холодный зимний день. Сегодня очень холодно. Пеппа и Джордж надели шапки, шарфы, пальто, варежки и сапоги. Смотри, деревья без листьев. Зимой деревья теряют листья. Пеппа и Джордж нашли лужицу. Пеппа и Джордж любят прыгать и скакать по лужам. Я первая. Так холодно, что лужа покрылась льдом. Она очень скользкая. Это не смешно. А вот мама-свинка и папа-свин. Ух ты, да это же лужа. Папа-свин любит прыгать по лужам. Нет, папа. Чуть не упал. Хорошо, что я умею держать равновесие. Папа, лужи такие скользкие. В них не попрыгаешь. Не страшно. Давайте покормим уток. Ура! Пеппа и Джордж любят кормить уток. Привет, утки! Мы принесли вам хлеба. Утки любят хлеб. Так холодно, что пруд тоже замерз. Лед очень скользкий. Простите нас, уточки, но вы такие смешные. А вот и снег пошел. Снег! Пеппа и Джордж обожают снег. Джордж, давай ловить снежинки.
Пеппа и Джордж ловят снежинки. Джордж поймал снежинку. Пеппа поймала снежинку. А вот и овечка Сьюзи на саночках. Привет, Пеппа. Ух ты, Сьюзи, у тебя санки. Мы всегда катаемся с большой горы. Там столько снега. Хотите, пойдем на гору и посмотрим на них? Хотим. Друзья Пеппы катаются на санках с большой горы. Ой-ой-ой, Джордж поскользнулся. Ты смешной, Джордж. Джорджу совсем не смешно. Горка такая скользкая. Лучше я понесу Джорджа. Папа, понеси меня тоже. Ладно, Пеппа. Смотри, не поскользнись сам, папа свин. Не бойся, мама свинка. Ты помнишь, я умею держать равновесие. Хотите на перегонки? Да! Старт! Внимание! Марш! Вот и все. И мы на вершине. Осторожно, не поскользнись, папа свин. Я не поскользнусь. Папа, как большие санки. Мы всех обогнали. Ура! Пеппа и Джордж победили. Мой папа – самые быстрые санки. Это не смешно. Чуточку смешно, папа свин. Пожалуй, правда смешно. Солнце, море и снег. Мама уже положила спать Пеппу и Джорджа. Завтра мы с вами отправимся в путешествие на морской пляж. Мы построим огромный замок из песка. А я буду купаться. Я тоже. Передавали, что погода завтра будет замечательная. Спокойной ночи, Пеппа. Спокойной ночи, Джордж. О, кажется, пошел снег. Наступило утро. Ух ты! За ночь на город выпало очень много снега. Снег, мамочка! Снег, папочка! Снег, снег, снег! Что? Но мы же все равно поедем к морю, правда? Сначала мы посмотрим, много ли снега лежит на дорогах. Ой, а куда пропал наш папа? О, смотрите, снежный свин пришел. Я продрог. Говорящий снежный свин на белых ножках. О, нет, это папа. Бедный папа, скорее, мы тебя согреем. Мама, свинья, Пеппа и Джордж согревают папу, растирая его теплыми полотенцами. Мне уже легче. Ну, а теперь мы можем ехать на море. На дворе полно снега, я сомневаюсь, что в сторону пляжа пойдет автобус. Автобус «Мисс Кролик» уже подъехал к дому Пеппы. Не может быть! Как же вы проедете по такому снегу? У меня отличный снегоочиститель. Снегоочиститель быстро убирает снег с дороги. Привет всем! Привет, Пеппа! Все друзья Пеппы тоже сегодня едут к морю. Следующая остановка – пляж! Ура! Дядюшка Бык и его друзья разбрасывают песок. От него снег тает быстрее. Здравствуйте, мистер Бык. Здравствуйте, мисс Кролик. На это у нас ушла вся ночь. Но теперь, после наших усилий, дорога к морю для вас открыта. Чудесно! Мы все едем на пляж. Может, составите нам компанию? Нет, спасибо, мисс Кролик. У нас еще столько дорог осталось нечищенными. До свидания, дядя Бык. Пока! Желаю вам хорошо повеселиться. У мамы с папой
Ой, сегодня выходной, и мы на пляж все собрались толпой. Водичка, песок, и запретов больше нет, и мороженое ждет нас олег. Приехали, остановка пляж. Но весь пляж покрыт снегом. Похоже, море очень холодное. А я так мечтала сегодня искупаться. Так в чем же дело? Вода ведь еще не покрылась льдом. Вперед, девочки, не пойму, чего же вы ждете. Я не пойду купаться, у меня до сих пор ножка болит. А у меня не прошел кашель. Тогда ты, мама свинья, вода замечательная. А вы уверены, что она замечательная? Конечно, море сегодня такое ласковое. Что ж, ладно. И мама свинья решила искупаться. Тебе холодно, мамочка? Должна заметить, что холодновато. Когда впервые заходишь в воду, всегда холодно. Двигайся и скорее согреешься, дорогая. Так и быть, послушаюсь. И мама свинья опрометью бросилась из воды. Я буду тебя вытирать. Пеппа, Джордж и папа свин согревают маму, растирая ее махровыми полотенцами. Мне уже полегче. Может, искупаешься, папа свин? Что-то сегодня не хочется. Кто-нибудь желает мороженого? Все любят есть мороженое, сидя на морском берегу. Я так хотела построить песчаный замок, а этот пляж взял и покрылся снегом. Мы можем построить снежный замок. Сначала мы наполним ведерко снегом. А теперь перевернем ведерко дном вверх. Нужно немножко по нему постучать. И вот, пожалуйста, снежный замок. Снежный замок! Я просто обожаю пляж. А я просто обожаю снег. А я все люблю. И снег, и пляж. Туманный день. Сегодня Пеппа и Джордж пойдут на площадку. Может, поедем на машине? Нет, лучше пешком. Эй, она же недалеко. Площадка находится совсем близко. Значит, пешком. Идите за мной. Мы идем на площадку, мы идем на площадку. Ой, куда делось небо? Не бойся, Пеппа, это туман. Что это? Это как облако, но на земле, а не на небе. Какой густой туман. Ничего не вижу. Может, вернемся домой? Да, пойдем на площадку в другой раз. В такой туман площадку не найдешь. Пеппа и Джорджу придется вернуться домой. Эй, а где наш дом? Мы заблудились, папа свин. Не бойтесь, я точно знаю, где мы. Сюда. Кто поставил тут дерево? Папа свин наткнулся на дерево. Все хорошо, папа свин? Да, нормально. Сюда. Папа свин, ты знаешь, куда идти? Ну, конечно, знаю. Ой, кажется, мы никогда не найдем наш домик. Конечно, найдем, Пеппа. Мы уже во дворе. Ой, это утки. Привет, уточки. Вы что, потеряли пруд? Мы тоже. Мы не потерялись. Я прекрасно знаю, где мы. До встречи, утки. Желаю вам отыскать пруд. Папа свин нашел пруд первым. Нам повезло. Да, это большая удача. Папа, уточки говорят тебе спасибо. Не за что, миссис утки. Нужно найти наш дом. Уверен, нам сюда. Ау! Вы это слышали? Да, мне кажется, кто-то сказал. Ау! Это мама-крольчиха с Ребеккой и Ричардом. Привет, Пеппа! Мы заблудились. Привет!
Привет, Ребекка. И мы тоже. Мы хотели пойти на площадку. Мы тоже, но туман слишком густой. Пойдемте же, посидим дома, пока туман не рассеется. Папа Свин, ты знаешь, куда нам идти? Да, разумеется, знаю. Сюда. Да, папа Свин! Ага, я нашел наш холмик. Осталось чуть-чуть. Ура! Наш дом должен быть вот здесь. Оу, папа Свин нашел лестницу. Как странно, у нас в саду нет лестницы. Вот это да! Ты знаешь, где мы, папа Свин? Да, знаю. Папа, так где же мы? Посмотри-ка сама. Ладно. Ого! Ух ты! Я опять все вижу. Туман рассеивается. Мы на площадке! Ура! Ура! Мы на площадке, мы на площадке. Кач-кач, кач-кач. Папа, мама, мы на площадке. Это прекрасно. Но я думала, что мы идем домой. И я тоже. Наверное, мы все-таки чуточку заблудились. Рождественское представление мистера Картошки. Пришло Рождество, и Пеппа и ее детский сад едут в театр смотреть рождественское представление мистера Картошки. Приехали. Смотрите, это рождественская семья овощей. Мистер Картошка, миссис Морковка, сладкая Клюковка и малыш Росток. Вот ваши билеты. Найдите место с вашим номером. Вот мое место. Номер 5. 6. 7. 8. 9. 10. Быстрее, дети, представление сейчас начнется. Мадам Газель, мне нужно в туалет. О, Педро! Прости, ой, прости, спасибо. Только быстро, Педро. Я никогда еще не была в театре. Здесь интересно, правда? Прости, спасибо. Чш, дети, ведите себя тихо. Что это за музыка? Представление начинается. Ой, прошу прощения. Это не начало представления. Это звонит телефон мадам Газель. Ух ты! А это чей телефон? Это действительно начало представления. Добро пожаловать на рождественское представление мистера Картошки, где волшебство овощей никогда не кончается. Здравствуйте, дети! Я мистер Картошка. Это миссис Морковка. Это маленькая Клюковка. А это любимый всеми рождественский овощ малыш Росток. Куда подевался малыш Росток? Малыш Росток, где ты? Он потерялся. Вы поможете нам найти его, мальчики и девочки? Да! Если увидите его, сразу кричите: «Вот малыш Росток!» «Вот малыш Росток!» Правильно! Так и кричите, когда увидите его. «Вон он! Он позади вас!» «Где?» «Там! Позади вас!» «Я его не вижу!» «Они не умеют искать, правда?» «Вот ты где, шалунишка Росток!» «Я волшебная фея Морковка!» «Смотрите, дети! Я умею летать!» «И ее поднимают на веревке!» «Я могу выполнить одно ваше желание! Что вы пожелаете?» «Я хочу рождественскую елку!» «Твое желание исполнится!» Теперь мы можем спеть рождественскую песню. Хотите послушать, девочки и мальчики? Да!
Малыш росток на рождественской ели. Картошка, морковка и клюковка. Волшебство не закончится на самом деле. Раз, друзья, на Рождество к нам пришли сюда. Это все. До свидания, дети. С Рождеством. Счастливого всем Рождества. Это было очень быстро. Стойте, есть еще один сюрприз. А сейчас, внимание, к вам прибыл еще один очень важный гость. Вы догадались, кто это? Это королева. Это Дед Мороз. Ура! Здравствуйте, дети. Вы хорошо себя вели? Да. Все чистили свои зубки? Да. Все наводили порядок в своей комнате? Да. Молодцы. Хо-хо-хо! С Рождеством! А теперь споем нашу рождественскую песню. Да! Кукольный театр Хлои. Пеппа и ее семья едут в гости к дяде Свину, тете Свинке и Хлое. Наверное, дядя Свин, как всегда, уснет сразу после обеда. Папа Свин, нельзя говорить так о своем родном брате, особенно перед детишками. Но это правда. Дядя Свин всегда слишком много ест, засыпает и громко храпит. Вот так. Пеппа, Джордж, забудьте, что я сказал про дядю Свин. Ладно, папа. Пеппа и ее семья приехали в дом дяди Свина и тети Свинки. Привет, тетя Свинка и дядя Свин. Привет. Здравствуйте всем. Привет, старший брат. Дядя Свин, брат папы Свина. Свинка Хлоя, двоюродная сестра Пеппы и привет, Джорджа. Привет, Хлоя. Привет, Пеппа, привет, Джордж. Я вам кое-что покажу. Подожди! Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа. Я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр? Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно. Страшная кукла-динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу-динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Идите обедать. Идем. После обеда поиграем в кукольный театр. Ура! Тетя Свинка приготовила на обед спагетти. Спагетти просто объедение. Лучшие спагетти в мире. Сразу видно, что вы братья. Совершенно одинаковые. Почему это? Мы совсем не похожи. Пеппа, Джордж и я покажем вам представление. Как здорово! Не забудьте нас позвать. Скоро увидимся. Кукольный театр звучит здорово. А я успею съесть еще спагетти? Можно мне тоже добавки? Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. Ну, а я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин,
А теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда? О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. О, папа свин, не надо было так говорить про дядю свина. Думаю, что папа свин и дядя свин вас не слышат. Дядя свин и папа свин крепко уснули. Сразу видно, что они братья. Что случилось? Представление уже началось. Сегодня Пеппа едет в парк. Ну и холодно. Да, холод. Скорей, оденемся потеплее. В холодные дни все надевают шапки, шарфы и куртки. Я подниму крышу. О, давайте включим печку. Все согрелись? Да, папа свин. Поехали. Вот и парк. Приехали! Ура! Мама, почему листья красные и желтые? Сейчас осень, Пеппа. Осенью становится холодней, а листья меняют цвет. Ура! Ну и ветер. Надо поиграть, чтобы согреться. Теперь я. Ой, он катится не туда. Ветер сдувает мячик. Мяч упал в пруд. Я достану его палкой. Еще немножко, папа. Осторожно, папа свин. Не бойся, я почти достал. Папа, вода холодная? Немножко. Ветер вынес мячик из пруда. Как хорошо! Да, какая удача! Ветер стал сильней. Держите шапки. О нет, ветер унес шапку Джорджа. Ничего, Джордж, папа поймает твою шапку. Скорее, папа! Смотри, она на том дереве. Сейчас я за ней залезу. Такое тонкое деревце тебя не выдержит, папа свин. Но как же достать шапку? Просто, нужно потрясти деревце. Может, немножко сильней? Я думал, такое бывает только со мной. Не смешно. Чуточку смешно, мама. Разве что чуточку. А где шапка Джорджа? На твоей голове. Вот и шапка, Джордж. Держи ее крепко. Ветер сдувает с деревьев все листья. Смотрите, я ложусь на ветер. Ветер такой сильный, что удержит Пеппу. Ветер такой сильный, что удержит Джорджа. Папа, попробуй. Я тяжеловат. Давай, папа, это так весело. Ну ладно. Ветер такой сильный, что удержит папу свина. И правда, весело. Давай, мама свинка, попробуй ты. Но если ветер стихнет, я упаду. Ветер не стихнет. Ветер стих. Это не смешно. Чуточку смешно. Вот ветер и стих. Что будем делать? Твоя любимая игра. Прыгать и скакать по лужам. Но тут ни одной лужи. Только эти сухие листья.
А что делают с сухими листьями? Не знаю. В них прыгают. Папа-свин любит прыгать в сухих листьях. Пеппа любит прыгать в сухих листьях. Все любят прыгать в сухих листьях. Это лучший осенний день. Папин день рождения. Сегодня у папы-свина день рождения. Папе-свину пора на работу. Папа, лучше бы ты остался дома в день рождения. Это правда, но я вернусь как можно скорее. До встречи. До встречи. Пока папа-свин на работе, мы можем подготовить для него все наши подарки. Сначала приготовим для папы торт. Возьмем масло, муку и сахар. Одно яйцо. И самое главное – шоколадная крошка. Мама готовит шоколадный торт. Папа-свин обожает шоколадный торт. Перемешаем. Мама, можно мне? Да, Пеппа. Пеппа любит мешать. Джордж тоже хочет. Все, Джордж, хватит перемешивать. Вот он, шоколадный торт для папы. Ура! Осталось только поставить в духовку. Мама, можно облизать ложку? Да, ты оближешь ложку, а Джордж оближет миску. Пеппа и Джордж любят сладкое тесто. Бедный папа, он все пропустил. Мама, можно я позвоню папе и скажу с днем рождения? Отличная мысль. Вот здесь работает папа-свин. Алло, мистер Кролик слушает? Позовите, пожалуйста, папу-свина. Это вам звонят, папа-свин, что-то важное. Алло, папа-свин слушает? С днем рождения, папа! С днем рождения! Спасибо, Пеппа. Приходи скорее, папа. Пока. Пока. С днем рождения, папа-свин! Спасибо. Нам нужно успеть сделать еще кое-что. Да, сюрприз для папы! Джордж, не забудь, это тайна! Пеппа и Джордж несут ведра с водой. Мама-свинка несет шарик. Интересно, что за сюрприз ждет папу-свинку? Это папа! Скорей, назад в дом! Папа-свин вернулся с работы. С днем рождения, папа-свин! Большое спасибо! Ух ты, как много свечек! Потому что ты очень-очень взрослый, папа. Да. Ты должен задуть все свечки сразу. Я постараюсь. Ура! А вот и твой подарок. Спасибо. Сапоги! Вот это да! Нужно испытать. Пеппа, Джордж и мама надели сапоги. Папа-свин надел свои новые сапоги. Папа-свин нашел маленькую лужу. Сейчас мы их испытаем. Лужа слишком маленькая для папы-свина. Мне нужна лужа побольше. Может быть, это подойдет, папа-свин? Фу! Что это? Это наш сюрприз для тебя. Что же они придумали? Это большая лужа. Вот это да! Сапоги просто превосходные. Скорее полезайте в мою именинную лужу. Папа Свин любит прыгать и скакать в лужу. Все любят прыгать и скакать в лужу. Это мой лучший день рождения.